Клуб «Изумрудный город» уже 7 лет помогает социализироваться детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Одна из форм – творчество. На встречах с наставниками воспитанники клуба много узнали о событиях Великой Отечественной войны. Тему выставки они предложили сами. Теперь в Краеведческом музее представлено более 50 работ победителей и даже инсталляции. Здесь письмо, огонь, окно. То есть постоянно эта война затрагивает не только самого солдата, но также его всю семью. То есть это, возможно, письмо матери или детям, жене. Да? То есть это такой символ ожидания. Открытие выставки прошло в онлайн-формате. Ограничения из-за пандемии не позволяют музею принимать посетителей. По этой же причине на открытии не смогли присутствовать и сами авторы работ. Хотя изначальная идея заключалась в том, что хозяевами выставки будут именно они. Каждый автор каждой работы рассказывает сам о своей работе. Фактически, если бы сейчас у нас был открыт доступ в музей, то мы бы с вами услышали и увидели много экскурсионных программ по этой выставке из уст самих же юных авторов. Но из сложившейся ситуации выход был найден. Юные авторы записали видеоролики с презентацией своих работ. Теперь каждую среду их можно будет увидеть на сайте Одинцовского краеведческого музея и Одинцовского центра развития культуры. На этих же ресурсах вскоре появится и запись онлайн-открытия выставки. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».